Состоялась 24-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». На повестке дня стояло несколько вопросов, а именно переизбрание секретаря, политсовета и президиума политсовета. В партконференции приняло участие 130 делегатов от 63 отделений партии, а также 122 члена регионального политсовета. Была делегация и из Ленинского района. Секретарем Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» была вновь избрана Лидия Антонова, которая возглавляет «Единороссов» с октября 2014 года. В своем выступлении Лидия Николаевна рассказала о новых достижениях и планах. Так, партия запускает конкурс общественно значимых проектов среди первичных отделений. Кроме того, «Единая Россия» начала развивать проект «Цифровая партия». Рекомендовано использовать в работе с избирателями интерактивную платформу «Избиратель-депутат». Помимо этого вводится механизм объективной оценки деятельности. Он будет строиться по двум направлениям – депутатский рейтинг и региональный. Лидия Антонова сделала акцент на новом положении «Единой России» о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения. Оно будет максимально открытым. Теперь в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидата может принять участие любой гражданин Российской Федерации, не имеющий судимости, собственности и денежных средств за границей и не состоящий в других политических партиях. В завершении конференции секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» поблагодарила всех за активную работу и пожелала новых успехов в общем деле.